Россия заинтересована в налаживании экспорта мясной и рыбной продукции, сахара и масла в Южноафриканскую республику и ожидает аккредитации отечественных производителей другой стороной уже на следующей неделе, заявили в Минсельхозе страны. В ближайшее время также планируется подписать соглашение о сотрудничестве в области рыбного хозяйства и аквакультуры. Перспективным эксперты называют взаимодействие по другим направлениям сельского хозяйства. Взаимная торговля между Россией и ЮАР показывает положительную динамику. За первую полугодие 2018 года рост по сравнению с аналогичным периодом 2017 составил 25%. Центробанк Индии готовится к внедрению специального токена – криптомонеты для финансовых транзакций. Власти подчеркивают, что данный проект существенно отличается от криптовалют, которые в настоящее время запрещены в стране, так как токены будут средством платежей исключительно внутри страны и пока лишь в государственном секторе. В частном бизнесе цифровую валюту предполагают использовать в сфере авиаперевозок, как программы лояльности на воздушные мили. Правда, их нельзя будет перевести обратно в наличные деньги или иностранную валюту. Власти КНР опубликовали документ о борьбе с бедностью, победу в которой необходимо одержать в течение последующих 2 лет, чтобы подготовить страну к полной ликвидации нищеты к 2020 году, сообщает агентство Синьхуа. Согласно документу, все население должно быть обеспечено питанием и одеждой, а детям из бедных семей должен быть гарантирован доступ к обязательному 9-летнему образованию. Малоимущим гражданам также должны предоставляться базовые медицинские услуги. В издании также перечислены другие меры по сокращению нищеты, включая ускорение инфраструктурного строительства в удаленных от центра районах, усиление финансовой поддержки, повышение социальной активности, а также укрепление руководства партии в борьбе с бедностью. Международная федерация футбола FIFA опубликовала новый рейтинг организации. Согласно документу, российская сборная поднялась на 49-е место. В активе команды теперь 1410 очков. Ранее она занимала рекордно низкое 70-е место. Напомним, что подопечные Станислава Черчесова на домашнем чемпионате мира 2018 дошли до четвертьфинала, где уступили Хорватии по пенальти. Лидером рейтинга стала сборная Франции, как обладатель главного трофея минувшего мундиаля. На второй строчке рейтинга расположилась сборная Бельгии. Бразилия занимает 3-е место, в активе латиноамериканской команды 1657 очков. Ученые из Бразилии доказали, что полифенолы, которые содержатся в кофейных зернах, уничтожают бактерии, ответственные за кариес. Однако, чтобы ферменты справились с бактериями, кофе следует пить без молока и без сахара. Эксперимент проводился учеными из Федерального университета Рио-де-Жанейро. В нем приняли участие более 260 тысяч человек. Теперь исследователи планируют лабораторно выделять кофейные полифенолы и использовать их в качестве дополнительного компонента в зубной пасте. Ранее было доказано, что кофеин также поможет защититься от рака и болезни Альцгеймера.